конечно, я не знаю, как за Загару играть. Ну, типа, там смысл в герое, как я понял. Угу. Там в основном из-за героя, из-за самого, она жестко потом пиарится. Мне, блин, следующий левел нужен срочно. Что у тебя открывается? Варп GP на все. Задание, мы должны уничтожить все обнаруженные основные цели. Я, кстати, не знал, что в совместке можно играть с рандомами. Можно, ты просто включаешь и все. Ты опять это уничтожение объекту? Ну это другое, по идее. А в чем разница? А здесь эти пустоты, придурки. Ну, которые, помнишь, гиганты пустоты. Ой, ё-моё. Не запонял. Нет. Ну, гиганты пустоты, которые швыряются во все и вся. Ну. Ну. Это я понял. Что? При чем здесь они? В смысле, при чем? Ну, при всем. Ну, вот они будут в тебя шмалять. Сейчас в базу, вон в ту желтую, видишь, базу? Наша задача — сохранить ее в живых, так сказать. Ладно. Попытаюсь. Ну и раздолбать, естественно, камни, как всегда. В этом плане здесь все задания как таковые одинаковые. То есть, ну, на одну и ту же тему. То есть тебе всегда надо либо что-то оборонять, либо что-то уничтожать. Ты, кстати, Fall Edge допрошел? Какой ты прошел? Я его даже не начинал. Странно это. Я уже почти весь прошел. Там такие неожиданные повороты бывают. Хорошо быть тобой, у меня времени нет на него проходить. Прям вообще-вообще. Угу. Обидно. Угу. Нужно построить больше пилонов. Иногда там... Разработчики, я думаю, не думали об игроках. Вообще, да? По сложности или почему? Да, там иногда тебя посылают в такие места, что они тебе не по левелу. И типа говорят, ну давай, братан, ты же умеешь. Ты же можешь. Ты же. Я кое-как через... Противники хотят нас уничтожить. Одних товарищей. Тамплиеры, дайте им достойный ответ. Еле-еле убиваю этих товарищей. Давай. Это полный пиздец. Просто я не знаю. Как... Ну ты только единственный мат, не очень. Окей. Все-таки на запись. Окей, я выпускаю твоих товарищей. А? Я выпустил. Зачем? Я постою здесь. Слишком хитрый. Я постою здесь, мне не сложно. Один сталкер. Ну, пойдем, выпускаем. Оу. У тебя дырка, по-моему, не? Чуть-чуть. Как раз это его узелка. Я отбил. И твой Марик помог. Ладно, пойдем камни рубить. Сейчас там этот будет с пустотами. Жесткий чувак. Окей. Появился гигант. Твою мать. Пошли мочить его. Без вариантов. Нам тупо до него хотя бы дойти надо. Ну, там куча зелков, куча всего. У меня есть банши. Подсвети. Ну хотя бы так. Ваши союзники вступили за Ай. Начал под беншей под твоих раскладываться, я так смотрю. Да, без беншей здесь сложновато. Но тут как раз, смотри, получается, один чувак берет, допустим, танка, второй какого-нибудь дамагера, например, или помощника какого-нибудь хорошего. Ну ты понял. И тогда нормально все дело проходит. Слышимость отличная. Слышимость чего? Гиганта пустоты. Ну, уже два? Ну, уже два, да. Слышимость чего? Не знаю. Они постоянно говорят, понимаешь?
Они слишком много говорят. Ну, я да, есть такое. Атаку. Противник направляется к нашей базе. Она сейчас чуть на нижнюю выйдет, по идее. Ну, может на центр выйти, не знаю. Там по-разному бывает. О, мама, я еще не построил эту гадость. А, где у нас там гиты, 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 гиты? Не нужны гиты, не нужно больше гейтов. I need more. Через центр. Окей, я пока вырубаю эту фигню. Ладно, пофиг, не буду ставить оружейку доп. Ну ты там справишься, по идее. Да, с Гиперионом-то. Только свистни. Чуть-чуть ускорю добычу. С орбиталки выстрелил сейчас по этим камешкам. Не, я уже ставлю базу. Тоже только что поставил. Плюс плюс один делаю. Гиточки открылись отлично. Ваши союзники вступили в бой. И совет, получается, нужен, да, сумеречный? Нужен сумеречный совет. Блин. Туплю, арсенала нет. Бывает. Не надо желательно сразу развивать базу. А сейчас уже атаковать начнут эти. Я понял. Где-то буквально там после появления, через сколько-то минут, начинают атаковать сразу. Ходи через верх на них лучше. То есть вот тут, вот где-то, где я сейчас стою. Вот здесь вот. Окей. Из медитации. Но тех войск, пока, которые у меня здесь есть, пока их не хватит. К сожалению. У меня авиация есть. Окей. Без проблем. Готовьтесь, противник приближается к нашей базе. Как раз через верх. Черт. Не хватает минералов. Противник призвал начал атаку. Гиганта пустоты. Фак. Исполнится. Сейчас я бегу уже. Надо бежать, да. Блин, у них иммортала. Небольшая проблема с учетом пушки и иммортала. Здесь хотя бы пушек уже нет, такое количество. Тоже верно. А, только база атакована у нас. In Houston we got a problem. Ну, я как бы, конечно, могу туда переместиться, в принципе. Что там у нас? Ну, как бы как. Если не могу, да? Поднимешь? Нет, все это дело. А, ну, они прошли, кстати. Разработка завершена. Гигант пустоты осаждает основную цель. Ну, как там пока с гигантами? Ко второму подойди, чтобы он тоже не атаковал. Да проблема-то не в этом. Ну, это да. Атакани его. О. А теперь отбегай. Проблема да. Тут. Как раз вот в этом, да? Нет, не в этом. Тебе базу бы починить эту свою. Знаешь, я контролю чуть-чуть от того, чтобы это... Мы уничтожили гиганта пустоты. А, вся база сгорела, нет? Угу. Нет. Почти все. Ладно, пофиг. Разработка завершена. Гигант минус. Убит. Без вот этих подварпов было бы немножко сложновато, я думаю. Согласен. Че, я хочу армори построить. Вообще, на самом деле, мне не обязательно это все дело добивать, я могу это отойти спокойно уже. Ножки мне нужны и драгуны. Так, еще драгунов подварпить.
Мне нужны медики. Мне нужны чего иммортала. Готовится атаковать нашу базу. Держите поверху, нас кстати, по ветру. Тоже. С по ветру, а не поверх. Или поверху, а не поверх. Без что-то разницы. Одно. Выберите что-то одно, ребята. Моя воля исполнится. Энтарота садов. Хрена их тут. Не, подрублю бусты. Вспомогательные щиты. Большое спасибо. Жизнь за Ай. Что-то их там многовато было как-то. Моя воля исполнится. Там, чуть позади него, вот здесь вот будет доп. Цель. Вот эти на будущее. Так, мне бы щиты сейчас получше сделать. И в идеале еще. Сюда же. Оу. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Нужно построить больше пилонов. Что такое? Это плюс с точками сбора. Затергов еще как-то можно появился делать. Появился гигант пустоты. Понятно. Пойдем. Тоже не до этого немножко. Конечно, вот их не витать, эти вертилки-крутилки, это весело. Жестковатая штучка такая. Ваши союзники вступили в бой. Не хватает минералов. Грелки. Обнаружена дополнительная цель. По возможности уничтожьте ее. Я просто снял все щиты. Фигам. Ну, сейчас на тебя отходи. Мы меня уничтожили успели. Гиганта пустоты. Окей, я наверх ему пойду. Основная цель атакована гигантом пустоты. О, отходите, ребята. Ай, поджарил, падла. Войска противника направляются к нашей базе. Нормально. Так, выходим чуть выше, там доп. Цель. Но она воздух. Я чувствую твое присутствие. Пойдем просто, забей. Воу, это что за... Такого не было. Это этот, это ангел. Он сейчас летать еще будет так. Все, он уже улетел. Фигам. От моих драгунов. Улетел, короче. Недолго летал он. Что, драгуны все развалились в большинстве своем, но улетел он знатно. Ладно, на центр. Ходим на центр. Я надеюсь получить уже все-таки свою умняшку. Красивенькую няшку. Так, поле. Драгуночков. Требуется больше виспена. С виспеном у меня проблемы, причем дичайшие. Видимо, это как-то взаимосвязано с тем, что я не добываю виспен в принципе. Ну чё? У меня всё хорошо, я в 3-3 выхожу. Наша фигня. 2-2 есть. Та же фигня, дружи, та же фигня. Единственное, я, по-моему, по атаке немножко проседаю, в отличие от тебя. А так у меня двоечки, а щиты у меня троечки. Уже щиты тройки. Да, сейчас будет. Я сначала атаку качаю, а потом... Ну, я больше защиту. Потому что по атаке, в принципе, зелки и так неплохие. Так, давайте. Сейчас мы... Так у нас раунд сделается, как надо. Ускорим производство. Имморталов.
Появился гигант пустоты. Поехали. Успеем, понятно. Противники выдвигаются. Мы встретим их лицом к лицу. Еще и противники. Ну, это... ну да. Я на свою сторону гиганта пошел бить. Ваши союзники вступили в бой. Не надо. Нужно построить больше пилонов. Гигант пустоты убит. Зла. Пошел на дальнего. О, здесь иммортал такой жесткий. Ну не иммортал, это называется гибрид. Пиздат. Основная цель атакована гигантом пустоты. Мы уничтожили гиганта пустоты. Все как-то. Да? Изи-пизи. Задание выполнено. Да? Подкоцано, но выполнено. Нормально. Не, ну в принципе, если бы мы не ждали там дотекания, могли бы сделать быстрее, но... Я думаю, и так сойдет. И вот, наконец-то, я получаю варп на все. Удваивает максимальное количество скоробеев, которые могут нанести опустошителю, увеличивает радиус урона по области вокруг скоробеев. Ну, кстати, скоробеи тоже неплохие довольно-таки, но... Такое. Ладно, все, наверное.